Ребят, всем привет! Мы сейчас находимся в Хургаде, в отеле Golden Beach Resort. И сегодня в этом видео мы хотим показать вам еду. Полностью все, начиная от завтраков, обедов и ужинов в обычном главном ресторане. Все бары на территории отеля. Все-все-все по питанию. Чем кормят и как кормят. Погнали! Первый бар – это бар возле аквапарка. Он крытый, и здесь абсолютно нет ветра. В этом баре есть автомат с кофе и горячим шоколадом. Есть фанта, спрайт, кола и так далее, ну и соки. А также в обед или после обеда дают мороженое и разные булочки. Но если провести всю неделю на все включено, много кушать и только лежать у бассейна, то можно вернуться домой колобком. Поэтому экскурсии – это реально обязательная часть вашего отдыха. Когда мы прилетаем в Египет, мы пользуемся услугами одного и того же туристического агентства, это Империя Туризма. Они для нас проверенные и надежные, ссылочки на их контакты, сайт и мессенджеры я оставлю в описании под этим видео, а также вот здесь. Ну а пока покажу вам завтрак в главном ресторане. Завтрак очень хороший, колбасы, сыры, брынза, большой выбор разных варений, хлопья для детей, каши, овощей очень-очень много и фруктов, что самое главное, потому что я люблю на завтрак есть овощи. Ну и стандартный набор, как везде, сосиски, яйца вареные, омлет, баклажаны запеченные, картофель. Не, пальчики не надо облизывать. Ты покушай кашку, хорошо? Молочную. А потом будешь вафельку. Доча, а то сейчас вафлю заберу. Только вкуса, баняня. Баняня? Я иду баняня. Фруктовые салатики каждый день. Таюся, не с того начала завтрак. У меня с собой на завтрак салат фруктовый. Ну, хотя бы омлет покушай. Омлетик вкусный, жарят на улице. Здесь на улице жарят омлетик с овощами. Очереди, в принципе, всегда небольшие и долго не стоим. Здесь рядышком блинчики. Эти блинчики можно полить разными начинками, джемом, вареньем, шоколадом. Кто как любит. А вот они, точнее, не блинчики, а больше похожи на тоненькие оладышки. Я мучное не ем, но вот эта вафелька, политая нутеллой, с утра очень хорошо заходит. А дети вообще в восторге. Мой завтрак такой обычно. Фастфуд на пляже в обед. Вечером здесь работает рыбный ресторан, а сейчас днем бар на пляже. Когда мы лежим на пляже, нам часто лень идти в такую даль, в главный ресторан, и мы предпочитаем обедать здесь. Вот часы работы. Очень удобненько, потому что здесь не только фастфуд, а есть салатики и всегда есть суп. Есть еще и пляжный небольшой ресторан. В основном там картошка, макароны и есть специальные салаты и соусы, которыми можно наполнить вот такую булку и получить бургер. Ну и, конечно же, бар с коктейлями. Да ну, а овощи кому? Возьми, разломай ей этот бургер, и она кусочками как сможет покушает, хорошо? Все, я буду возле бассейна, приходите, ладно? Да. Итак, бар возле бассейна с подогревом. Пошли. Алисе делают коктейли без льда, да? Ты будешь пить коктейль? Класс, холодный, я немножко тебе нагрею на солнышке, а потом там, хорошо? Ледяной, даже без льда очень холодный сок. В баре безалкогольные коктейли, ну и стандартный алкоголь местного производства. Виски с колой, ром с колой, водка. И вино красное и белое. В обед в баре дают мороженое. Я его не ем, течет. Но Алиса любит. Мы сейчас его нагреем, и она будет. А вот ужин в главном ресторане. Сладостей просто какое-то страшное количество. Не перепробовать и за месяц, наверное. Фруктов очень много. Бананы, апельсины, клубника каждый вечер есть. Овощей и салатов также на любой вкус очень много и большое разнообразие их всегда. Здесь гарниры и овощи паровые, и картофель, и сосиски, рыба всегда в двух видах, гречка. В общем, тоже очень много всего. Людей много за ужином, всегда шумно. Вот есть два вида супа. Консоме. Я не знаю, что это такое. Наверное, овощное что-то.
тыквенный крем-суп. Картоха вредная детям. Что еще тут? Hello. Hello, welcome. Thank you. Oh. Oh. Welcome. Chicken? Yes. Вот здесь обычно очень вкусно готовят пасту с разными подливами. И картофель фри, который Тая набирает горами. Тая у нас любит кушать. На самом деле вообще у нас проблемы с этим, потому что она ничего не ест вообще. Жарит мясо. Конечно, на завтрак и на обед такого скопления людей здесь нет. Вот сижу, наблюдаю, что Тая уже поела, одевается и потихонечку собралась уже уйти. И пирожное с собой несет. На территории отеля есть несколько ресторанов, в которые нужно записываться за сутки заранее. И можно сходить бесплатно в любой из них один раз за неделю. Это морской ресторан, восточный и итальянский. Бегло покажу вам меню сифуд ресторана и восточного, запись на ресепшене. Сейчас покажу вам один наш ужин в итальянском ресторане. Такой уютненький он, людей немного достаточно, флаги итальянские висят, пахнет очень вкусно. Мы заказали пиццу с морепродуктами, вот ее как раз для нас готовят. Тая заказала свою любимую маргариту, и Алиса тоже выбрала пиццу 4 сыра. А еще мы заказали пасту с морепродуктами, я ее очень люблю. Оставляю вам меню, оно здесь не меняется, на русском языке и на английском очень удобно. Пицца вкусная, итальянский ресторан нам понравился. А еще мы открыли для себя, что в отеле после 10 вечера, если кто-то очень поздно прилетел или вернулся с экскурсии, есть где покушать. И это просто замечательно. Мы вернулись с Каира и очень порадовало, что в нашем отеле есть поздний ужин. До 12 ночи в греческом ресторане, который находится под главным рестораном. Да, и дискотека есть. И вот мы сейчас на ночь будем кушать вредную еду. Пиццу, бургеры и картошку фри. Давай. Ну только не переверни, осторожно. В общем, если вы опоздали на ужин, не переживайте, голодными вы точно не останетесь. Тебе дать кусочек пиццы. Сейчас дам. Это так, чтобы не похудеть. Приеду, вернусь домой, все, я на диете. А Алиса у нас кушает пасту болоньезе, да? Или мою картошку? Давай макарошки. Надо стол немножко придвинуть, я думаю. Давай макарошки будем чуть-чуть, хорошо? Надо поужинать. В один из вечеров по плану у нас был восточный ресторан. Вот здесь готовят нам ужин. Сейчас мы идем ужинать в арабский ресторан. Забегая наперед, могу сказать, что здесь мне понравилось еще больше, чем в итальянском ресторане. Алиса сгорела у нас. Клубничкой не мажь. Дома кремиком намажем, хорошо? Оно пойдет. Ты думаешь? Хорошо.
Мы сегодня сгорели, устали, дети уже убежали на дискотеку в номер, а мы сейчас поужинаем, им что-то принесем из восточного ресторана. Это не суп, это десерт, восточная сладость. Так, ну и напоследок рыбный морской ресторан, который на берегу, на пляже. Салаты каждый себе набирает сам, и первое вот уха, а остальное уже по меню. Так, мы сейчас выбираем, что мы будем кушать. Меню ограничено. Для всех есть вот суп из морепродуктов. Там рыбка плавает. Я поела картошку. Картошку, суп ты уже поела, а картошку ты сейчас закажешь, да? Хорошо, мороженое пока мы не заказываем, потому что мы выберем сейчас блюдо, которое мы будем тут есть. Блюдо с фруктами. Я уже наелась, поэтому... Мы вообще-то пришли в рыбный ресторан, да, Тая? Хочу вам подробно показать меню. Вот есть суп из морепродуктов, жаркое или жареные морепродукты с рисом и овощами, рыбное филе в томатном соусе, подается жаркое с рисом для плова с тушеными овощами и цыпленок, причем здесь цыпленок, я не знаю, а креветки за дополнительную оплату. Алиса захотела все вместе чокнуться, да? Давай. Ты-дынь! Ура! Скажи. За отдых. Итак, это морепродукты. Здесь, я смотрю, кальмары, рыба, рис и лимончик. И второе блюдо – это рыба в томатном соусе. То же самое, рис, лимон и немного салата. Алиса, что у тебя? Спасибо. А у Алисы цыпленок. Она сказала, что она рыбу не будет у нас сегодня кушать. А Тая тоже уже поела в главном ресторане, поэтому они с Алисой на двоих будут кушать курочку и картошку. Я немного поем. Хорошо. Тихо! Ой, я не... Давай. Я такую делаю намазку. Намазку из лимона? Хорошо. А рыбу будешь? Нет. Я уже кальмар ем. А я едем лимончик. Что это? Лайм? Да. Это за что она на такие жертвы идет, скажи? Она, если съест его весь, то будет игру. Какой кошмар, сестра говорит. Даст игру поиграть, если съест весь лайм. Давай, ужас! Я с тобой буду, давай. Тай, ну все. Хватит. Хватит. Дай игру уже, дай игру. Парень, сбери. Нам принесли десерты. Пироженки, фрукты. А как? О боже, Алиса. Рыба была очень вкусная. Завтраки в отеле мне очень нравятся. Опа, упал, да? Ну что ж такое? Все, оставь, оставь уже. Помочь тебе или ты сама? А это мой завтрак. Вот хитрая, говорю, давай молочную кашу кушать. Она говорит, нет, фламинго ее кушает. Завтрак Таи. Из полезного только салатик фруктовый и два кусочка блинца. На обед большой выбор курицы в разных видах. Жарят на улице и есть обычная отварная для ребенка. Овощи, запеканки разные, картофель, полно салатов, супчик и рыба. А это столики пивного сада. Вывод: питанием в этом отеле мы очень довольны. Для четверки просто шикарно. И думаю, что вам понравится.